С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 3 октября. День ОМОН в России. Отряда мобильного особого назначения. Как после переименования милиции в полицию стали называть отряд милиции особого назначения. В этот день, в 1988 году, еще в Советском Союзе, было создано 19 первых отрядов ОМОН. 14 из них базировались на территории РСФСР. Необходимость создания особых подразделений милиции, которые были бы способны участвовать в пересечении массовых беспорядков и бороться с организованной преступностью, в годы перестройки стала ощущаться все сильнее. Политическая обстановка в некоторых регионах СССР стремительно накалялась, ухудшалась криминогенная ситуация. Во многих городах страны активно проявляли себя молодежные преступные группировки, поднимает голову рэкет, в некоторых союзных республиках обострились межнациональные отношения. И в этой ситуации руководством МВД СССР принято решение о создании специальных подразделений для усиления борьбы с преступностью групповыми и массовыми правонарушителями. У родившихся 1919 год в этот мир приходит Эдуардас Межелайтис, литовский поэт. Братская поэма «Здесь Литва, ночные бабочки». «Я зачерпну ладонью, сколько смогу, горячих, словно змеиный укус углей. Пусть они сожгут мне ладонь, пускай опалят и слишком нежную душу, эту пугливую птицу сереньким оперением. Я удержать постараюсь янтарный комок огня, свое небольшое солнце». В 1935 году родился Армен Джигарханян, советский, российский, армянский актер, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР. Масса фильмов, среди которых, конечно же, мы помним «Здравствуйте, я ваша тетя», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран 43». Кстати, армянский тост от Джигарханяна. «Господи милостивый, все ты нам дал, ничего у тебя больше не просим, но лишь одного – не сочти то, что мы имеем, излишним, оставь его нам». В 1946 году родился Эдуард Сагалаев, русский тележурналист, бывший председатель Российского государственного телевидения и радио. А в 1964-м Вадим Самойлов, музыкант, солист группы «Агата Кристи». Ну а теперь о некоторых событиях дня. 1782 год. В день 20-летия своей коронации императрица Екатерина II решила ликвидировать неравенство своих гражданских чиновников и военных в обеспечении наградами. Офицеры получали свои Георгиев за отличие на государственной службе уже с 1769 года. Ну а теперь Екатерина учреждает для первых орден святого равноапостольного князя Владимира. 4 степеней с девизом «Польза, честь и слава». Вероятно, самый красивый из старинных российских орденов, Владимирский по дизайну был схож с Георгиевским. Он состоял из знака, носимого на ленте, на правой стороне груди в виде прямого с расширяющимися лучами креста, а также из звезды для левой стороны груди. Только звезда Владимира была восьмиконечной, а Георгия – о четырех концах. 1786 в России открываются первые 25 народных училищ, то есть общеобразовательных, доступных для всех школ. Инициатором их создания и составителем устава был приехавший в Петербург серб Теодор Янкович. Впервые в классе появилась большая доска, на которой учитель писал объяснения и задания. Впервые стали устраивать переклички с непременным отзывом «здесь». Тогда же было установлено правило: кто хочет спросить или ответить, должен поднять левую руку. Именно от Янковича, оказывается, пришли к нам классный журнал, обязательные экзамены и, самое главное, каникулы. 1906 год. В Берлине состоялась морская конференция с участием представителей 29 государств. Она утвердила новый сигнал бедствия на море – СОС. Первоначально он состоял из других букв, образованных из начальных букв призыва о помощи, что означает в переводе на русский язык «идите быстрее». Опасность. Однако в виде кода на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный и непонятный вид. Во избежание неприятностей вместо этих букв решено было выбрать другие – СОС. По коду Морзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково – 3.3.3. Мнение о том, что он состоит из первых букв фразы «спасите наши души», не имеет под собой никакого основания. Выбран этот сигнал был из чисто технических соображений. Но легенда-то красивая. 1968. Первый полет пассажирского самолета Ту-154.
первый опытный экземпляр с бортовым номером СССР 85000 построили еще в 66-м. И поднимает его в небо 3 октября 68-го летчик-испытатель Юрий Сухов. Самолет мог принять на борт до 164 человек. В те годы ни один лайнер не был способен столь быстро набирать высоту и в то же время столь эффективно снижаться. Конструкторы говорили: красивая машина и летает лучше. Ту-154 прекрасен. Это удивительно пропорциональный самолет. 1989-й. Несколько тысяч профсоюзных активистов выходят на улицы Москвы с лозунгами «Долой кооператоров! Требуем соотнести нашу зарплату с уровнем цен! Хватит болтать! Давайте работать!» Ну и так далее. Затем в Лужниках происходит митинг. Звучат требования закрыть, ликвидировать, разогнать, ну и, конечно же, отнять. 1991 год. Массовая приватизация жилья официально объявлена на территории России. В этот день Верховным Советом РСФСР принят закон о приватизации жилищного фонда в РСФСР. Предполагалось, что после этой даты граждане смогут оформить в собственность квартиры, в которых они проживают, на условиях социального найма. Приватизированное жилье владелец мог продать, подарить или завещать. 3 октября 1991 первым трем жителям столицы, коренным москвичам, мэрии вручили договоры о безвозмездной передаче жилья в собственность. 1993 в Москве начинается вооруженное противостояние сторонников президента Ельцина и Верховного Совета. Сторонники последнего прорывают кольцо блокады вокруг Белого дома, захватывают здание мэрии и требуют предоставления прямого эфира у телецентра Востанкина. В ответ на эти действия Ельцин объявляет в Москве чрезвычайное положение, вводит в столицу войска и объявляет действия Рудского и Хасбулатова вооруженным фашистско-коммунистическим мятежом. Ну и последнее. 3 октября 1990 года происходит воссоединение Германии. Главное событие европейской послевоенной истории. В этот день в Берлине спущен флаг ГДР, и бывшее социалистическое государство перестало существовать. Объединение страны, искусственно разделенной после Второй мировой войны, странами-победительницами было неизбежно. Еще задолго до этого многие восточные немцы, не дожидаясь, пока политики договорятся, начали прокладывать себе дорогу на Запад самостоятельно. Бегство стало особенно массовым, когда Венгрия убрала со своих границ с Австрией колючую проволоку. 9 ноября 1989 года не без содействия Горбачева перестала существовать Берлинская стена, 28 лет служившая символом разъединения Германии. После этого до политического объединения двух стран оставались считанные месяцы. 18 мая 1990 в Бонне подписан государственный договор между ФРГ и ГДР о создании экономического, валютного и социального союза. 1 июля договор вступает в силу, 23 августа Народная палата ГДР принимает решение о вступлении 5 новых земель ГДР в состав ФРГ. 31 августа в Восточном Берлине подписан германо-германский договор об объединении страны. И, наконец, 3 октября объединение Германии было завершено. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».